закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Nissan X-Trail. Проклеим у нас по вторым слоем шумопоглотителя. Проклеен у нас также пол в багажнике. Проклеены арки. Нанесли второй слой шумопоглотителя на потолок. Двери мы клеим в 4 слоя. То есть на передней двери нанесли третий слой вибропласта. В остальных дверях нанесли уже четвертый слой шумопоглотителя. Называется он турбоволна. Толщина его 15 мм. Сейчас доклеим одну дверь и приступаем собирать салон